Всем привет! Сегодня мы приготовим очень вкусное, простое, необычное блюдо из самых обычных продуктов. Сегодня мы приготовим зеленые помидоры, жареные в кляре. Для их приготовления нам понадобятся зеленые помидоры, яйцо, соль, мука, кукурузный или картофельный крахмал, молотый кориандр, красный острый перец хлопьями, панировочные сухари и немного растительного масла. Такое блюдо приготовить очень легко и быстро. Для начала помидоры нарезаем тонкими кружочками. Помидоры слегка присаливаем. И ненадолго отставим их в сторону, для того, чтобы они просолились. Пока просаливаются помидоры, приготовим кляр. В яйцо добавляем немного соли, 3 чайных ложки с горкой муки, и хорошенечко все это перемешиваем, чтобы не было комочков. Через 5, когда помидоры просолятся и начнут выпускать сок, обсушиваем их при помощи бумажных полотенец. В обсушенные помидоры добавляем 1/2 чайной ложечки молотого кориандра, по вкусу острый перец, можно вообще приготовить помидоры без перца. Все это хорошенечко перемешиваем. Добавляем 2-3 чайных ложечки с горкой крахмала и перемешиваем помидоры с крахмалом. Теперь добавляем помидоры в кляр. И помидоры перемешиваем с кляром. Все подготовили, можно приступать к жарке помидоров. В сковороде на среднем огне разогреваем 2 столовых ложки растительного масла. Берем кружочки помидоров и обмакиваем их в панировочные сухари. Выкладываем помидоры в сковороду и жарим их до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Готовятся помидоры недолго, достаточно обжарить их примерно по 1 минуте с каждой стороны. Когда кусочки помидоров подрумянятся с обеих сторон, переснимаем их на бумажные полотенца для того, чтобы удалить из них лишний жир. Из пылу жару помидорки можно подавать к столу. Внутри они получаются очень мягенькими, сочными, а снаружи у них хрустящая корочка. Когда вы будете кушать это блюдо в первый раз, вы даже не догадаетесь, что это жареные помидоры. Я надеюсь, что вам понравится такое блюдо, а у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока!